вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу про очень классный тренд. Наверное, вы у каждого популярных лайкеров видели такое видео про пчел. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать такое видео на Android. Лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится обычная камера, где мы снимем наше видео, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. А Настя как на Android, так и на iPhone. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайки и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Включим видео и поставим телефонный штатив. Включаем видео. Ну, вы можете для удобства включить музыку на втором телефоне. А если вы ее запомнили, просто повторяйте про себя. Я ее запомнила, поэтому я буду повторять. На всю карту. Снимем несколько дублей. Вот и все. А теперь можно приступать к монтажу. Но я вам сделаю маленькое облегчение. Я добавлю в это видео пчел на хромакее. И если вы досмотрите это видео до конца, вы можете скачать этих пчел и добавить на свое видео. А мы приступаем к монтажу. Заходим в KineMaster. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер на 16:9, меди, и добавляем наше видео, которое мы сняли в обычную камеру. Теперь разрежем в том месте, где у нас будет начинаться слоумо. Выделяем видео, нажимаем на ножнички и разрезаем. Обрежем ненужные части в начале и в конце. Выделяем наше видео, нажимаем на ножнички и обрезаем. Теперь сделаем слоу-мо. Выделяем последний кусочек, где у нас должно быть слоу-мо. Нажимаем управление скоростью и опускаем значение. Меня все устраивает. Теперь можно добавить наших пчел. Нажимаем слой мультмеди и добавляем наши пчелы на хромакей. Как я уже и говорила, пчел на хромакей я оставлю в конце своего видео. Выделяем наш зеленый слой. Нажимаем на значок хромакея, включить, выбираем наш цвет салатовый и ползунками подстраиваем так, чтобы нас все устраивало. После того, как вы убрали хромакей, отредактируем видео, чтобы нас все устраивало. Когда все получилось замечательно, можно сохранить наше видео. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Это если KineMaster на айфоне, а на андроиде с левой стороны есть кнопочка «Как поделиться». Такие три точечки. Нажимаем на них. Теперь снова на три точечки и выбираем размер сохраненного видео. У меня это будет Full HD. А также я обещала показать, как можно отделить звук от видео. Я вам покажу, как это сделать в KineMaster на iPhone и в KineMaster для Android. Сначала в KineMaster для iPhone. Нажмем медиа и добавим видео со звуком, который нам нужен. Выделим наше видео и в меню пролистаем вниз. Найдем стрелочку, на которой нарисован музыкальный ключик и написано «Извлечь аудио». Вот и все, аудио мы извлекли, теперь его можно выделить и передвигать туда, куда вам нужно. А теперь я покажу в KineMaster для Android. Зайдем в KineMaster, нажмем на плюсик, пустой проект, медиа, добавим видео со звуком, которое нам нужно, и нажмем на галочку. Теперь мы выделяем это видео и
нажимаем на ножнички. В этом меню у нас тоже появилась стрелочка, на которой написано «Извлечь аудио». Вот так легким способом мы можем извлечь наше аудио. Также меня просили показать, как в лайке сделать свой звук. После того, как мы в Кайнмастере сохранили видео со звуком, мы зайдем в лайк, добавим видео, нажмем «Продолжить» и загрузим, как обычно, видео. И наше видео будет с нашим звуком. Не забываем поставить хэштеги. Если вы будете писать хэштег «Снежана Снежок», либо «Хочу видео Снежаны», я буду заходить под этот хэштег и выбирать любого лайкера для YouTube-канала. А сейчас я хочу вам показать, как видео «Старый платный эффект» сделать бесплатный. Для начала зайдем в интернет и найдем тот объект, который нам нужен. В данном случае мы ищем пчелку на прозрачном фоне, то есть пчела PNG. Ну вот эта пчелка подойдет, она мне нравится. Открываем ее и сохраняем. Теперь выходим. Заходим в видео «Стар», нажимаем на плюсик, «Редактировать видео», «Видео», и я загружу видео с музыкой, вот это. Мне само видео не нужно, поэтому я его сдвину в сторону. Проведем пальцем по экрану в любую сторону. Теперь нажмем на цветной шарик и выберем цвет хромакея. Я выберу салатовый цвет хромакея. И теперь нажимаем «Сотворить видео». Включим видео и проверим, нет ли у нас нашего видео, которое мы убрали в сторону. Нет, у нас все зеленое. Теперь нажимаем «Действие», «Перекроить». Нажимаем на плюсик. И выбираем значок «Человечка». И ищем эффект «Звездочки вокруг головы». Они у нас платные. Теперь над эффектами с левой стороны есть стрелочка вверх. Нажмем на нее и выберем значок фотоаппарата. Мы перейдем в галерею и в галерее выберем нашу пчелку. В верхнем правом углу нажимаем следующее. Выберем какой-то эффект красивый. Посмотрим, меняется или не меняется. И нажмем создать. Вот и все, у нас вместо звездочек появились пчелки. Круто! Как вы видите, этот эффект платный, на нем написано «Дем». Но что мы делаем? Мы включаем запись экрана и выбираем эффект «Летающие сердечки». Ну вот он. Нажимаем на стрелочку вверх в нижнем левом углу. Выбираем картинку с фотоаппаратом. Так как мы уже добавляли пчелки, пчелки у нас добавились сразу. А так можно перейти в галерею и выбрать объект, который вам нужен. Все, пчелок мы сняли, теперь можно выключить запись экрана. Если пчелки для вас большие, то их можно уменьшить. А ползунком можно отрегулировать скорость их передвижения. Так я сделаю со всеми платными эффектами, которые мне нравятся. Может быть, вы хотите какой-то классный эффект, я вам запишу на хромакее. Пишите об этом в комментариях. А если у вас что-то не получается с монтиром, пожалуйста, пишите мне в Instagram. Я всегда с удовольствием вам отвечу на все ваши вопросы. Ссылочку я оставлю в описании. Я сняла запись экрана всего того, чего мне нужно. Теперь можно закрыть и выйти отсюда. И смотрим видео первого лайкера. Вау, у тебя нереально круто получилось! Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. И смотрим видео второго лайкера.
Вау! У тебя очень круто получилось! Продолжай в том же духе! От меня огромный лайк! На этом все! Я думаю, видео вам очень понравилось! И оно было вам очень полезным! И вы снимите подобное видео, а когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока. Муа!